Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Наталья. И сегодняшний такой пасмурный вечер. Мне захотелось полюбоваться на некоторые свои цветочки, ну и, конечно, показать красоту их вам. Это мой пилорик, это самый первый мой пилорик, который появился в моей коллекции, который я даже не поняла, что он и должен вот так чудно выглядеть, с нераспустившимися вот этими боковыми лепестками, петалиями. Я все ждала, подсвечивала. Это было 3 года назад. А цветок вот такой и остался, недораспустившимся, чем-то напоминающего мне весенний цветок вот нарцисса или тюльпанчик на такой подложке. И когда уже все остальные цветки были распущены и выглядели одинаково, вот так аналогично, я стала искать, конечно, информацию и поняла, что у меня цветок такой мутированный, пилоричный. Что вызвало его мутацию конкретного этого цветка, я не могу сказать. Возможно, это и закрепленное мериклонированием была такая пилоричность интересная, потому что вот тут 3-й сезон цветет все время одинаковыми вот такими пилоричными цветками. Я даже как-то год назад делала тоже про него ролик, про эту орхидею, про этот пилорик. Мне очень нравились его бутоны. Я их даже называла бутоны вишенки. Давайте еще раз полюбуемся, ведь они такие классные. Кстати, это цветение в этом году, ну, за год, это второе цветение, потому что зимой у меня цвёл вот на основном цветоносе. Кстати, тоже было, сколько здесь, 5 цветочков. И сейчас он дал боковое ответвление и тоже красуется 5 прекрасными цветочками. Вот такой очень чудный. Я даже не стала искать его название. Такой сиреневый. Полинопсис. Пусть он просто будет у меня пилориком. Пилориком с бутонами, вишенками. Я стала в последнее время очень интересоваться вот такими необычными орхидеями. Все-таки они выглядят очень так выигрышно. Конечно, обычные мне тоже очень нравятся. Но хочется в коллекции иметь вот такую какую-то изюминку, необычную орхидею с какими-нибудь мутированными лепестками. У меня есть бабочка и есть 2 пилорика. Но один пилорик, это Рики, там песни поют, у них тоже какие-то изменения в жизни, я вам потом покажу в конце ролика. А, это, знаете, принц забрался в домик, видите, и зовет ее посмотреть, как бы справить новоселье. Видите, выглядывает. Кстати, вчерашнего дня первый раз он первый забрался в домик. Там, кстати, есть даже 1 яйцо. Но, скорее всего, оно не оплодотворенное. Ну, ладно, я вернусь пока к орхидеям. Как не прекрасны цветы вот на этой моей орхидеи пилорики. Ну, посмотрите, как выглядят листья. Вот они были вот так вот свернуты с самого начала. Я ее, конечно, покупала 3 года назад, как вот ценку, 100 рублей. Я даже не знала, что это пилорик, вот просто цена меня завлекла, я купила. Я как-то так была в таком самом рассвете своей архомании, так сказать, когда скупала все понравившиеся цветы или по понравившейся цене. Вот такой чудный экземпляр попал ко мне в дом. Вот так он и растет, почему-то не расправляя свои листья. Но я особо и не настаиваю. Цветет этот пилорик регулярно. Вот видите, даже повторил цветение. И мне все в нем устраивает. Его листья тоже никому не мешают. Он стоит высоко, поэтому пусть направляет их так, как ему хочется. Смотрите, какой он красавчик. Еще я проанонсирую, что
я вам покажу, какое цветение орхидеи в ближайшее время. Вот у меня опять повторно зацветет мой башмачок. Буквально через недельку он откроется. Очень такая пышная розетка. Вот он отцвел у меня зимой. И вот очень быстро, через пару месяцев, вырастил вот такой большой цветонос. И скоро опять порадует своим прекрасным цветком. Еще не могу не показать мою красавицу. Вот это первое домашнее цветение моей Торино. Или Турино от города итальянского, что ли это называется. Но я привыкла называть эту орхидею Торино и буду называть. Она была у меня куплена в августе, цветущей, ну, уже половина отцветшей, и так долго тоже цвела до конца осени. Потом зиму отдохнула, и вот выдала мне вот такой цветонос, уже с 10-9 бутонов, ну, 3 распустившихся цветка и 6 бутонов. Конечно, когда полностью эта веточка распустится, я обязательно покажу эту изумительную красоту. Кстати, эту орхидею полюбил принц. Вот посмотрите, сколько раз он по ней попрыгал. Ну, на цветение и на формирование вот этих бутонов, цветоносов, это никак не сказалось. Все выдержала эта прекрасная орхидея, наращивает цветонос. И вот такая гроздь цветков скоро порадует и меня, и вас. С нетерпением жду, когда распустится мой подросток анаконда. Процветет ли он по сорту, очень интересно. А также вот этот мой новый желтый биглип. Тоже ждут цветения. Принц на прогулке все пытается выпустить реки тоже. А я не хочу, мне некогда за ними двумя бегать. А он упорно открывает ей дверцу и приглашает на прогулку. Принц, погуляй один. Что-то она его сегодня обижала, гоняла. Рики, ты его уже строить начинаешь, да? Принц. Ну давай, помоги ей, помоги. Ой, она сама хочет его посмотреть, и помощник пришел. Открывает ей сейчас дверцу. Это вначале попрыгает тут. Вначале попрыгаешь, покатайся, да? Уже лежащие орхидеи приходится полотенцами прикрывать от него. Видишь, не достанешь. Не трогай, видите, закрываю от этого разбойника. Ну не надо ко мне прыгать, ну не надо ко мне прыгать. Нельзя, посмотрите, вот ну как его тянут эти орхидеи. Рики, что с ним делать? А? Сейчас там у меня что-нибудь свалит. Что у вас, власть поменялась? Теперь она обижает принца. Такое я еще не видела, она прям его гоняет по клетке. Ты совсем его разлюбила? Иди сюда, Рики, иди сюда, красотка, поговори им. Принц. Мне что, теперь тебя защищать от нее надо? Иди сюда, как она танцует. Посмотрите, как она танцует. Рики, иди сюда. Хватит танцевать. А ну расскажи, в чем дело? Чем он тебе не угодил? Совсем-совсем бестолковый, что ли? Принц, что случилось? Что вы не поделили? А? Ваши семейки тоже, что ли, не все? Хорошо, Рики, иди сюда поговорим. Что случилось, Рики? Ты почему его теперь гоняешь? А? Что случилось? Принц, чем он тебе не угодил? А? Ты его прям сильно стала обижать. Я такого еще не видела. Дня три. Это какие-то крики. Он улепетывает от нее вовсю. Что случилось, принц, с вами? А? Ты почему... Не делаешь, наверное, что хочет она. И злишь ее. Вроде такая добрая птичка, а тут такое творится. Слышишь? Рики. А то мне уже его жалко, уже защищать его хочется. Не обижай его, ладно? Дружно живите. Хорошо? Блин, хорошо? Что за дела у вас? Война прям.
Так, ребята, что я сегодня обнаружила? Я думаю, что Рики гоняет 2 дня принца. Оказывается, она снесла яйцо на дно клетки. И что теперь мне с ним делать? Вот принц его изучает. Это явно неоплодотворенное яйцо, скорее всего. Рики, что мне теперь с тобой делать? Если я его яйцо поставлю в домик, ну, они ни разу в домик не заходили. И явно из него птенец не вылупится, но говорят, чтобы она должна все-таки высидеть на этом яйце, чтобы в дальнейшем она могла воспроизводить потомство. Вот теперь я буду думать, что делать. Принц, ты не помогал ей в этом деле? Явно не помогал. Сейчас буду лепить вам домики, посмотрим, сможете ли вы залезть и высиживать это яйцо. Хотя оно пустое, я почти уверена, 100%. Правда, принц? Точно пустое? Пустое? Вот она почему тебя 2 дня гоняет. А что она гоняет тебя, я не понимала. Таким криком. Мне его защищать уже приходилось. Так, сейчас буду что-то придумывать с вами, ребята. Вот не было забот, а? Птенцов не будет. И все равно нужно, чтобы она на яйце посидела. Ну, поставила я им домик, ну, кинула туда яйцо и буду наблюдать. Но они пока туда не заходят. Рики тоже не интересуется своим яйцом. Принц просто грызет вот вход. Вот может и зайдет. Так, будем наблюдать. Ну, голову уже просовывает. Надо же, не ожидала я, что она яйцо снесет без его как бы помощи. Ну, птиц так бывает. Ребята, я вам показываю, куда вам надо идти. Вот ваше яйцо, хотя это принц. Тебе, наверное, не касается. Они не заходят ни в какую клетку. Вот выпустила, думаю, может, пусть рассмотрят, а потом зайдут. Чтобы хоть потом яйца несли, ни в какую не заходит домик. Вон, видишь, принц? Рики тоже вообще туда не заходит. Вон. Есть там место зайти. А чего она снесла яйцо, не знаю. Принц, разберись, да пожалуйста. Давай. Посмотри, что тут можно сделать. Заходите, не бойтесь, домик. Ты же родился в этом домике, принц. Давай, запрыгивай. Посмотри, как там хорошо. Потом я крышку закрываю, конечно. Но пока он его выпустил, он как закрыла полотенцами орхидеи. Одну закрою, конечно, он другую найдет. Давайте осваивайте домик. Прыгай, не бойся. Рики, ты вообще не интересуешься домиком. Да, надо, конечно, погрызть домик. Да? Принц, на тебя вся надежда. Давай, Рики, выходи тоже. Смотри, где твое яйцо. Куда я его поставила? Давайте, знакомьтесь. Рики, смотри, смотри, где яйцо, где принц. Давай, ну-ка разберись, красотка. Вот для чего ты всю газету рвала. Если гнездо делала, ну не пойдет же на мне клетки, гнездо. Давай, Рики, спускайся, спускайся. Ну, конечно, красотка, ты, конечно. Давай, принц, уговаривай ее. Как-то неслаженная вы пара, конечно. Рики тоже, я думала, такая грамотная девочка. Она тоже что-то подкачала. Принц уже я видела, залазил в домик. Вытащили салфетку, раскрошили. Яйцо там валяется под салфеткой в домике. А Рики не видела, что пыталась зайти в домик. А принц уже его исследует. Да, принц? Давай, обживайся. Ты же вырос в этом домике. Тебе же должно там быть все знакомо.